Да, сейчас мы поедем на поляну, потом поедем домой. В отпуск. Ну, вообще, все иностранки улетают к себе домой. А все, кто в России, летят сюда, в Россию, но неизвестно, кто из них дает нам проект, а кто нет. Честно говоря, я не верю в то, что маска защищает как-то от ковида. Аэропорт я не помню, его, кстати. Но погодка, конечно, здесь так себе. Но зато... Как вы думаете, что я сейчас буду кушать самым первым? Дам сейчас на поляну. С эшиком, что будет, я пока не знаю, но очень надеюсь, как не знаю. Вообще, ему готовятся документы, чтобы отправить его на Украину. Вот. Вчера он прям плакал очень сильно, когда мы уезжали. Кто покинул проект? Ребят, все скоро узнаете. Как вы видели, Ева у нас в новой семье. Теперь привыкает. Чувствует себя прекрасно, даже очень. Гоняет там всех кошек, которые были у Никиты дома. Баршев! Как твои дела? Счастлив? Очень? Скажи, поделись эмоциями. Домой хочешь? Домой-домой. А-а-а, ясненько. А как думаешь, пойдешь? Барш все свой чемодан не может найти. Лейла летит домой. Честно, я даже не представляю сейчас вообще свое состояние, когда мы зайдем на поляну, потому что поляна новая. Люди, коллектив новый, просто это, не знаю, это невероятно, мне кажется. Но, увы, многих не будет. Ты останешься на проекте? Пока, честно, не знаю. Мы идем в отпуск, ну а там дальше будем думать. Нет, мы улетели, мы уже в Москве, наоборот. Сейчас ждем водителя и поедем. Ладно, ребят, я просто пришла поделиться с вами нашей радостной новостью, что мы в России, мы в Москве. Безумно спасибо тем, кто за меня рад, поддерживает. Я вас безумно также люблю. Поэтому следите за моими новостями, кому интересно.